Российские компании и предприятия уверенно смотрят в будущее. Для некоторых производителей санкционный режим не просто не помешал работе, а напротив, дал толчок для новых свершений. Один из ярких тому примеров – люберецкое предприятие «Атесси». Своими достижениями и успехами представители компании поделились с крупнейшими дистрибьюторами кухонного оборудования. В «Атесси» день открытых дверей. Познакомиться с предприятием и посмотреть процесс его работы изнутри приехали давние партнеры компании и их дилеры. Экскурсия по заводу, где производят профессиональное кухонное оборудование, началась с выставочного зала. Здесь представлена основная линейка продукции, выпускаемой под брендом «Атесси». Первое флагманское изделие – это хот-дог-станция, которая уже за последние 5 лет обросла рядом модификаций. Здесь у нас есть возможность дефростировать продукты непосредственно в холодильном отсеке стола и доготавливать, если быть точнее, продукты непосредственно на технологическом оборудовании. Посмотрев образцы продукции, гости отправились на производство. Увидели каждый этап создания кухонного оборудования. От сварки и сборки до испытаний и упаковки. В зависимости от вида работ, производственная площадка разделена на несколько участков. На первом этаже собирают крупногабаритные изделия, на втором – мелкое оборудование. В рамках выставки «Пир Экспо 2023» мы решили показать нашим партнерам, нашим дилерам компании, которые производят для нас оборудование. У нас давние партнерские связи с компанией «Атесси», одной из самых современных, и используют такие передовые технологии, как «Кайдзен», бережливые технологии. Следующий этап – самый приятный. Участникам экскурсии показали кухонное оборудование «Атесси» в деле. Блюдами, которые приготовили шеф-повара компании, угостили всю делегацию. Если говорить про достижения, их немало. Работаем по направлению военных заказов. На последние, наверное, 2-3 года освоили все виды кухонь, автомобильных, пекарни. Если говорить про коммерческую составляющую наших продаж, то тут тоже мы не стоим на месте. Работаем активно в сетевом бизнесе, потому что, вы знаете, сейчас идет уход компаний крупных с рынка. Да? И поскольку мы все-таки являемся локомотивными игроками по части фастфуда, мы здесь не стояли в стороне, мы эту нишу стали активно заполнять. Развитие компании – это всегда новые рабочие места. Сегодня в люберецком «Атесси» трудится 50 человек, но за счет больших заказов и расширения производства штат сотрудников будет увеличен. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.